Жарить без масла, варить без воды. Все это, оказывается, возможно. В этом году одна из известных компаний, которая, к слову, специализируется не только на посуде, отмечает свое 35-летие появления на мировом рынке и 27 лет успешной работы в России. О том, как чествовали лучших сотрудников и клиентов махачкалинского представительства фирмы и какие новинки презентовали, в материале моих коллег. Роскошные юбилейные торты, столы с угощениями, подарки и сюрпризы. Так день рождения фирмы «Цептер» отметили в Махачкале. Самых успешных сотрудников наградили за многолетнюю работу и вручили фирменные швейцарские часы. Не остались без подарков и клиенты компании. На мероприятии были представлены актуальные новинки, главная из которых так необходима именно сейчас, в период пандемии. Это пятиступенчатая система очистки воздуха. Чистый воздух мы можем иметь в нашем доме благодаря новой системе очистки воздуха Therapy Air Smart, который не только очищает воздух на 99%, но и ионизирует его отрицательными ионами и также кварцует. У нас есть вот такой портативный, индивидуальная такая система очистки воздуха, которая называется MyOn и которая защищает меня всегда, когда я нахожусь рядом с ним, вырабатывая 18 миллионов отрицательных ионов и защищая меня от разных загрязнений, вирусов, бактерий, в том числе от вируса COVID. По словам сотрудников компании, посуда «Цептер» экономит время, средства и сохраняет здоровье. Она позволяет жарить без масла, варить без воды, готовить при низких температурах, сохраняя питательные вещества, витамины и микроэлементы. Миксер Art Mix Pro – новинка, которую оценят почитатели национальной кухни. С его помощью можно приготовить даже урбеч или горскую кашу за считанные минуты. Блендер с функцией приготовления – новинка от компании «Цептер». Это высокоскоростной вакуумный кухонный комбайн, который сохраняет традиции национальной кухни. И он самостоятельно может готовить дагестанские блюда за считанные секунды. Упрощает процесс приготовления на любом этапе. Он умеет одновременно измельчать, смешивать, готовить и взбивать. Мы можем делать как холодные блюда, так и горячие блюда. Ну, к примеру, крем-супы или какие-то кетчупы, томаты, делать заготовки. А также очень хорошо он делает детское питание. На юбилее компании продемонстрировали еще одну уникальную новинку – очки «Цептер». Они позволяют защитить глаза от опасного синего света гаджетов и ультрафиолетового излучения, уменьшают стресс и поддерживают нервную систему. Есть очки «Цептер Гиперлайт», это новинка компании «Цептер», которые преобразуют высокоэнергетический синий свет в более комфортный для глаза цвета – красный, оранжевый, желтый, зеленый. То есть что они делают? Когда я смотрю на окружающее меня пространство через линзу, которая содержит фуллерен C60, то есть это фуллереновые очки, эта линза еще этим уникальна, то этот цвет становится мягким. И это не вызывает напряжения моих глаз. Если я ночью еду за рулем, и меня, конечно, не будет в данном случае слепить свет фар ближайших машин, значит, мое вождение будет тоже комфортным. Если я долго работаю за компьютером, мои глаза также не будут ни слезиться, ни уставать, не будет рези в глазах, я буду более эффективна, буду продуктивна. Мои гормоны, гормональный баланс тоже будет в норме. Также была представлена система умного сна, матрасы и подушки из натурального латекса, который поддерживает правильное положение спины и шеи во время сна, а также лечебный текстиль. Элемент здоровья и благосостояния в вашем доме, элемент достатка. И, конечно, это неотъемлемый атрибут для здоровья всех членов семьи, атрибут для гармонии супружеских отношений. Это очень важный элемент, если мы говорим о сборе приданного, да, со стороны невесты. Об уникальном антивозрастном комплексе более подробно рассказала тренинг-менеджер Анна Антипова. Это антивозрастной фуллереновый комплекс, который удерживает влагу, придает коже сияние, придает коже осветляющий эффект. Он борется с морщинками, он борется с радикалами свободными, восстанавливает кожу, увлажняет. Он необходим для любого типа кожи и тоже можно использовать для любого возраста. Новые условия жизни и ограничения, связанные с пандемией, требуют от компании новых рабочих решений. На сегодняшний день в Дагестане успешно проводятся онлайн-презентации, виртуальные мастер-классы и торговые конференции в Zoom. «Цептер» – это все для здоровья, прогресса и улучшения качества жизни будущих поколений. В этом уверены сотрудники швейцарской компании. Лариана Шамхалаева, Нурмагомед Магомедов, новости ННТ Махачкала.